Ты как их вставляешь? Ну как ты выставляешь? Ну ей-богу, ну мужик, ну алло. Вы на канале Katie's Games. Всем привет, ребятки! Вы на канале Katie's Games, и мы сегодня с вами продолжаем проходить игру Супермаркет Симулятор. Если я усну прямо посреди записи, не обессудьте, спать вообще жутко хочу. Open, у нас магазин open. Все open, нет сыра на одной полке, не знаю почему. Мужик, у нас сыр... Ой-ой, я забыла. А вот такая, погоди, а чё у меня так много химии, я не поняла. Кобздец, да, то есть ты хочешь сказать? Нам теперь надо заполнять вот это, да? У нас есть сыр, так, берем сыр. Берем сыр, расставим за мужика вот здесь, пока он его где-нибудь в другом месте не поставил или что-нибудь вообще сюда не поставил. Хорошо. Что мы с тобой будем делать сегодня? Давай мы с тобой посмотрим, сколько стоит расширение нашего магазинчика. Развитие. 2600. Давай мы с тобой накопим. У нас осталось чуть-чуть. У нас 2200. 400 всего осталось. И плюс попробуем накопить на лицензию на товар. Мы с тобой, я думаю, купим все лицензии полностью. Посмотрим все лицензии. А потом, после этого, мы с тобой закончим эту игру. Возможно, даже не будем развитие как-то этого покупать. Кстати, мы, в принципе, сейчас можем, наверное, купить дополнительную полку, и можно будет не покупать развитие. В принципе, да, смотри, мы можем купить даже две полки. Давай тогда мы с тобой, знаешь, как сделаем? Развитие мы развиваться пока не будем, мы будем стагнировать. Ну или деградировать. Получается, вот так перенесем. Вот так переставим. Вот так идеально. Тут можно проходить к холодильникам. Тут можно проходить вот так вот. И вот здесь мы сейчас поставим еще две новые полки. Зачем мы их поставим, спросишь ты? А я тебе скажу, а вот зачем. Мы с тобой купим одну полку и один стеллаж для начала. Купим так. Потом мы с тобой купим одну эту. Одну лицензию купим, и у нас уже с тобой будет сыр моцарелла, сыр пармезан, мед, тунец, яйца и сахарная пудра, новая сахарная пудра. Кстати говоря, мы с тобой кобздец лошары, у нас там, наверное, ни хрена нет в этом, а мы тут всякой фигней занимаемся. Ну ладно, ну куда деваться, уже ладно, уже начали заниматься всякой фигней. Я к тому, что у нас с тобой, наверное, там... весь склад пустой стоит, а мы что-то делаем не то. Так, а где стеллаж? Вот этот стеллаж, да. Окей, где я? Зачем я его купила? Я не могу его нигде поставить. Это, конечно, очень весело. Что это, сок? А зачем он его бросил? Блин, а я, получается, не могу его поставить. Ну ладно. Ну, давайте тогда как-нибудь, я не знаю, вот здесь оставим его. Блин, нам надо, получается, склад расширить. Вот это я, конечно, не подумала. А склад сколько стоит? 1200? Блин, кобздец. Не, давай пока не будем расширять. Пока не будем, ладно, пофигу. Хотел скачок, все скупили, блин. Давай заказывать все, что есть там. Все, что вот тут не хватает. Допустим, чего у нас не хватает? Синей муки, красной муки, кофе и... Кофе, чай. Подожди, а йогурт здесь не должен стоять? Йогурт вот здесь должен стоять? То есть, получается, мука, кофе, чай, да? Хорошо. Мука. Продукты. Мука. Давай, я не знаю, 3-4. Вот эта мука. 1, 2, 3, 4. Потом закупаемся чаем. И потом закупаемся кофе. Хорошо. Хорошо, смотри, теперь от всей этого канала надо найти то, что нам надо. Ставим вот здесь муку. Подожди, давай сначала посмотрим. Давай сначала пройдемся, посмотрим. Мука у нас пока стоит. Ладно, хорошо. Давай тогда ее ставить. Будем ставить, будем заставлять. Ну, в смысле, заставлять полки. Все, кстати говоря, знаешь, что я хотела давно уже сделать? Я хотела сбавить чувствительность. Я хотела сбавить, потому что я заметила, что я сильно быстро вожу мышкой, и это, наверное, выглядит так себе. То есть люди, наверное, не успевают видеть. Мне это нормально, а вам неудобно, как мне кажется. Поэтому я лучше сбавлю чувствительность, чтобы мне как-то было мне неудобно, а вам поудобнее. Но я, наверное, добавлю чувствительность, чуть неудобно, прям. Так, у нас есть где-нибудь для воды? Яйца, йогурт. По всей видимости, нет. Ну, значит, сюда поставим, ладно. Вот это здесь почему стоит у меня прям под ногами? Апельсиновый сок. Почему он его обратно-то не поставил? Стеллаж. Ох, чай.
Погоди. Блин, я не могу так медленно. Ну дай! В смысле? Я не могу, держа кофе в руках, взять настройки, реально? Прикольно. Чуть побольше надо. И давай, наверное, медиум это поставим. Медиум качество, потому что иногда подвисает, я заметила на видео. Это очень плохо. Так, кофе у нас есть. Кофе есть. Сейчас все выставляем. Конечно, сложно вот так вот искать. Среди нужного, ненужного. То, что тебе сейчас нужное. Ну ладно, куда нам деваться? Деваться нам некуда. Мука, есть мука. Муку ставим вот здесь, да, все правильно. Это что, это опять мука? Нам надо заполнить, короче говоря, стеллажи, чтобы он ходил и все это сам делал. Так, вот здесь вот все повыставляем. Блин, ну вообще как бы кобздец, если честно. Ты когда-нибудь видел магазин, чтобы вот так вот в магазине кто-то был, да? Чтобы, короче, магазина, все вот эти товары лежали на улице. Ты никогда явно не видел, да? Вот я, честно, если честно, тоже. У нас получается что-то химию, когда как? Когда раскупают хорошо, когда раскупают крайне плохо. Поэтому что-то непонятное. Я в прошлый раз заказала до хрена всего. И только потом поняла, что зачем, блин, я нафиг это вообще заказала. Водичка есть, у нас есть водичка. Водичку ставим вот здесь вот. Пусть он выставляет водичку потом сам. А тут что у нас еще? Что у нас? Мука осталась, он кофе увидела. Давай муку сюда. Хватаем кофе. Кофе ставим вот сюда. Куда? Вот сюда. Вот сюда кофе. Что у нас тут еще осталось? Вот это что такое? Это чай. Давай чай поставим. Ну, однако, конечно, здравствуйте. Однако, конечно, сложновато. Один хрен. Ага, классно. У нас еще, видишь, не хватает места. Ну ладно, вода, опять вода. А у нас сейчас на воду не хватит места. Естественно, не хватит. Ну ставь тогда сюда. Я не знаю, что нам с тобой делать. Как нам все это ставить, чтобы у нас места хватало? Надо, наверное, смотреть, чего насколько не хватает, да, и настолько закупаться, не больше. А то я сильно много закупаюсь. Что потом аж не это, не вмещается все это. Так, это что? Да, и те же, посмотрите, сколько тут будет всякой муки. Это тоже мука, ты прикинь, это опять? Это опять синяя мука, сколько я заказала, ужас-то какой. Давайте посмотрим, что у нас там по химии, надо ее выставлять потихонечку. Блин, ну у нас кобздец, однако. А здесь что стояло, какая химия здесь стояла, я не помню. Блин, вот это, наверное, да, шампунька? Нет, шампунька там стоит, шампунька внизу стоит. Значит, не шампунька там. Вот это, нет, вот это. Вот это, наверное, да, отбеливатель это или что такое? А, ну да, у нас же по два стоит. Ну все, тогда вот так выставляем. Потихонечку надо уменьшать количество коробок здесь. А, что нам еще надо? 9 вечера, мы ничего сделать не можем, поэтому давай подождем. Поэтому давай будем ждать. Давай будем помогать нашим этим. О, нифига себе, они перебрались, приколдес. Давай поможем нашему кассиру. В принципе, нам больше с тобой делать нечего. Заказать мы... Что, подожди. Да иди ж, посадишь. Заказать мы что-то не можем. Молоко 6 штук нет. Заказать мы что-то не можем. Купить расширение тоже. Подожди, вот эта штука нам не нужна здесь. Заказать... Видишь, посадишь. Заказать мы тоже ничего не... Короче, смотри, заказать не можем. Расширение тоже мы пока, наверное, сделать не можем. А может, и можем, блин, его знает. Сейчас пойдем посмотрим. Вот. Вот. Так, спагетти. Чувак, ты что там выставляешь? Ты рис выставляешь. Ладно, хорошо. Давай посмотрим, есть ли у нас спагетти. Пока он там не начал всякую хрень выставлять. У нас вообще ни хрена нет. У нас осталось только рис. Интересно, конечно. Это, конечно, интересно, супер, блин. И непонятно, что с этим делать. Ну ладно. Ну давайте тогда... Не, давайте не будем пока расширение покупать. Не будем. Расширение оставим на следующий раз. Ну, в смысле, ну, на завтра, как на завтрашний день. Сегодня мы с тобой купили новую эту, новую лицензию. И мы с тобой сейчас купим это все. Вот это все, что мы купили, да? Мы прямо вот так сейчас, знаешь, по одному подобавляем. Чтобы потом это все выставить. Вот. У нас все, да? У нас все. Поэтому давай сейчас мы придем, сходу закажем то, что у нас лежит в корзине.
Отбеливатель, пармезан, чистящее средство. Отбеливатель и чистящее средство. Отбеливатель. Я не знаю, давай так. И чистящее средство, это вот это, да, по-моему? Да, чистящее средство. 4, пусть будет ровно. Нормально. Все, открываем магазин. Заказываем. Заказываем. Что мы хотели заказать. Сейчас мы с тобой будем еще параллельно заполнять. А где? А как? А вот это? Подожди, я ж много чего заказала, что-то коробок мало. Мед давай вот здесь. У нас, в принципе, открыт этот, поэтому сразу лучше выставить цену. Не, это не стоит быть как раньше. 1,85. Хорошо. Сразу выставляем все вот сюда. Сейчас мы с тобой посмотрим, как еще лучше выставить. Стеллаж, мыло. Это что, это чистящее средство? А я ж... А, вот это все, помню, да? Вот эти маленькие. Это что такое? Это спагетти опять какая-то, паста, да? Да я хрен его знает. Ну давай сюда. Фридж нужен? Реально, что ли? Погоди, а я тебе как фридж куплю? А вот этому тоже надо фридж? А этому тоже надо фридж. Ни хрена себе, приколдес, конечно. Подожди, а это что такое? Это маленькие яйца? Это яйца 4 штуки? Я даже не смотрела, что я заказываю, я тупо заказывала. Погоди. А это что такое? Это вот это сахарная пудра новая. Да, 12. Давай 12.40. Вот так давай. Интересно, Пабло Пикассо. Интересно, подожди, но мне теперь тогда фридж нужен? Фридж мне нужен? Дай мне фридж тогда. А на Польне же тут был фридж, морозилка. А фридж это холодильник или это морозилка? Ну, наверное, морозилка. Это же замороженное? Или нет? Блин, что я хрен его знает. Ну, давай вот этот фридж купим. Пойдет? Или не пойдет? Я, если что, могу же продать? Или нет, не могу? Могу, не могу? Скажите мне, пожалуйста, могу, не могу продать? Вот так сейчас поставим вот здесь. Ну-ка, и что ты мне скажешь? Нет, именно фридж нужен. Получается, эта морозилка, она для мяса, да, нужна? Упаковать, продать. А я за 400 продам? За 200, блин, за пол... Да вы чё, я ее даже не использовала! Так нечестно. Давай тогда большой холодос. Блин, ну так нечестно. Плюс 2 SPF, минус 1 SPF. А в смысле, а что за приколдес? Они там что-то найти не могут? Поэтому они мне там баллы потихоньку сбавляют или что? Что-то я вообще ничего понять не могу. Встань пока здесь. Так, ты стоишь до конца, да, или нет? Вот так, да? Вот так вот. Блин, там что-то у нас вообще кобздец творится, не хватает ничего. Сейчас люди охренеют вообще. А я тут стою, блин, фигней занимаюсь. А, как сложно быть руководителем магазина, ё-моё. Очень сложно, я вам скажу. Давай вот сюда подвинем его. Ее. Кого его? Полку же мы двигаем. И возьмем холодос. Холодос мы поставим вот сюда. Так, криво. Вот так. Вот так холодос. Давай тогда вот так, я не знаю, поставим. Поставим цену. 4,95, 5,25. Пусть будет. Ставим отсюда вкусняшки вот эти. Они будут вот так по этой. Хорошо. Это у нас будут яйца. Яйца у нас 4 штуки, стоят 2,13, тогда 2,65. Пусть будет 2,65, если что, потом уменьшим цену, ничего страшного. Окей. Поставили, теперь мы ставим вот эту штуку, да? Теперь мы ставим вот эту штуку. Она стоит 5,18, тогда ставим 5, я не знаю, 60 пусть будет. Я еще не разобралась, как лучше всего ставить цены. Честно тебе скажу, я в этом не разобралась. Давай теперь заполнять наши, господи, полки, ё-моё. Паста. Так, давай здесь посмотрим. Чего у нас здесь с тобой не хватает? У нас не хватает пасты. Пасты. Рис, паста. А? Подожди. А, ну да. Рис, паста и сухой пудры тоже не хватает. Окей. Рис у нас, по идее, есть, так что давай рис пока... Или рис купить, я не знаю. Ладно, давай пасту. 4. Ой, 5 добавила, блин, ладно, сейчас уберу. И паста вот эта. 1, 2, 3, 4, окей. Вот отсюда убираем одну. Купить.
Сейчас он заодно поставит. Давай возьмем вот эту пасту, мы ему покажем, что вот эта паста, она должна стоять здесь. Все. Остальное мы убираем. Эта паста, она будет стоять вот здесь. Все развалилось. Эта паста стоит вот здесь. Эта паста стоит вот здесь. Он пока один же справляется, да? Ему помощник, я думаю, не нужен. Да и, наверное, мы его пока не можем нанять. Нам, наверное, больше склад нужен или больше магазин, иначе в чем как бы смысл? Зачем нам два помощника, если у нас маленький магаз, в котором мы и так справляемся прекрасно. Пасту ставим на места, все ставим на места. Блин, я прям, знаешь, оживилась даже. Так сложно стало. Так сложно стало вести свой бизнес, господи. Вот ты меня понимаешь иногда. Ты являешься владельцем мелкого бизнеса, а вот я являюсь. Знаешь, как сложно вообще. Знаешь, как сложно. О, хрена себе, ты кто? Подожди. Ты сюда ставишься? Ни хрена себе. 7.33. Вот это вообще кобздец. 7.90 давай. Ну только давай мы тебя вот здесь поставим, ниже. Пусть внизу стоит. Как бы она мне там не нужна. Пусть они вместе стоят. Чё там? Сахарная пудра, касса заполнена. Касса заполнена, сорян, ничем не могу помочь. Мне надо все разэтовать. Расставить. Иначе как я буду? Я не могу... Ой, мыло закончилось! Чё, реально, что ли? Наконец-то стала химия заканчиваться. Вы что? Вот это, конечно, классно. Ай, я не туда ставлю. Не туда ставлю. Ну ладно, тогда заберите. А, все, да? Ладно, хорошо. А, что мы с тобой сделаем? Блин, у нас 1600 есть. Давай купим склад. Как тебе идея купить склад? А, мыло слишком дорогое для тебя. Да мыло дешевое, в смысле, алё, что для тебя дорого, я понять не могу. Нам надо склад купить. Или не склад? Нет, наверное, лучше всего склад купить. Потому что как мы будем? Все, да? Закончил? Закончилось. Что как мы будем? Блин, у меня там минусы вообще конкретные идут, а? Что-то везде минусы, минусы. Что им не нравится? Я не знаю, кассы заполнены не нравятся или что? Давай тогда купим, смотри, второго, да? Точно, давай мы с тобой сейчас... Блин, я не знаю. Я не знаю, что сделать. Слишком большой разброс фантазии. А, там, по-моему, это стоит. Слишком большой разброс фантазии. Я не знаю, что делать. Я не знаю. А, блин, не то, да. Два. Чё я дорого? 2.68. Ну, давай один. Давай 1.90. Вот так тебе пойдет? Недорого будет? Я просто меньше не хочу ставить. Вот честно тебе скажу. Так, у нас вот это... Ай, блин, это не разбирают. Это у нас не покупают. И это тоже не покупают. Давай тогда купим, смотри. Давай купим большой... Давайте посмотрим вообще, кого мы можем нанять. Кого мы можем нанять? Его мы не можем нанять. Его можем нанять. Давай тогда возьмем склад. Возьмем склад и наймем кассира. Вот так. Следом мы... Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, без бабок остались. Следом мы с тобой купим развитие. Давай потом мы купим развитие. Сейчас пока он пусть сам тут этвается. А, так, открой кассу. Что ты стоишь-то, дурачок? Стоит Глант такой, смотрит на них, на всех. А я же купила расширение склада, нет? Подожди, что за прикол? Я же расширение склада купила. Не магазина же? Не магазин. У меня теперь внутри вход доступен. Ну, прикольно, конечно. Ну, ладно, прикольно, мне нравится, я согласна. Вот так получается, да, ставим? Теперь вот так, да? Прикольно. А стеллажи у меня всегда одинаковые, да, есть? Разные, да? Ну, в смысле, не разные, а одинаковые. Короче, как-то так. Как-то так, как-то так. Подожди. Вот так, да? Блин, ну ты вот это вот поставь вот так как-нибудь, а? Вот так встань. Сейчас, подожди, я вот эту поставлю, чтобы она красивенько вот так стояла. Блин, вот этот перфекционизм долбанный, господи. Давай. Нормально. Нормально. У нас вообще склад пустой. Насколько это возможно? А, у нас
азбуку не разбирают, а все остальное разбирают. Блин, обидно. Блин, обидно. Ё-моё, давай поставим тогда химию. Давай вот этот склад у нас будет с химией. Пусть будет химия, я не знаю тогда, что делать. Пусть тогда вот это все здесь стоит. Сейчас мы с тобой на следующий день все сделаем. По всей видимости, там все разошлись, так что нам можно идти это, идти в следующий день. Сейчас мы туда с тобой пойдем. Так, ну да, все разошлись, пойдем в следующий день. Блин, сложно! Черный чай упал в цене. Почему он упал в цене? Черный чай 11.4. Ну, нормально, 11.20 пусть будет. Смотри, у нас, кстати, две полки получать запомни, надо только сухое молоко. Давай сразу сходу откроемся и купим сухое молоко. Сухое молоко, нормально. Эй, давай 4, ладно. Давай 4, пофигу, пляшем. Она где стоит? Она стоит вместе с пастой и рисом, да? Паста у нас, по-моему, все заполнено, да? Да, стоит заполнено. Рис, рис, везде рис что-то. Он как-то это... Он как-то криво ставит. Мне это не нравится. Он должен ставить ровно. Он должен быть идеальным вообще человеком, идеальным сотрудником. А он ставит не туда. Ставим вот сюда сливки. Дальше что мы с тобой делаем? Дальше мы с тобой выкидываем коробки, которые здесь остались. Выкидываем все коробки. Дальше опять идем по стеллажам, да? Вот хлопья у нас, допустим. Где у нас стоят хлопья? Хлопья где? Я уже запуталась. Господи, подожди. Где хлопья? Это хлопья? Это не хлопья. А, вот это хлопья, да? Точно, вообще ни хрена нет. Окей. Арахисовая паста, хлеб, хлопья. Арахисовая паста, хлеб и хлопья. А, подожди, а почему ты хлеб не выставляешь? А, это вода. Подожди, я не то схватила. А, нет, у нас просто ничего нет. Окей, арахисовая паста, хлеб и хлопья, да? Окей, давай арахисовая паста. Ой, это хлопья. Ой, подожди. Хлеб давай. Давай тогда хлеб, вот так. Потом арахисовая паста. И хлопья вот эти вот. Где они? Другие хлопья, где? Вот эти. Вот, нормально. То есть сейчас мы так заказываем. И вот так вот мы все падает нахрен, а мы идем дальше. Довольны. Где хлопья у нас стояли? Вот здесь хлопья у нас стояли. Все будем потихоньку расставлять. Он будет сам потихоньку все носить. Пусть сам все носит. Я ему в этом плане помогать не буду вообще никак. Потому что, ну ибо нефиг, это его работа, алло. Че, я буду за ним бегать, что ли, все это делать? Я ему за это плачу. Давай начнем с того, что я ему за это плачу. Вот я ему за это плачу, пусть он сам это бегает делает. Если у меня будет время, я ему буду помогать. Но пока что у меня времени нет. У меня склад вообще пустой, вообще пустотень на складе. Тут, я не знаю, крыша повесилась. Ой, крыша, крыса повесилась, мышь повесилась. Тут, блин, вообще ничего нет, как и в магазине. В магазине ни хрена нет, тут ни хрена нет. Вообще кобздец. Надо что-то с этим делать. Ну, сейчас мы с тобой, в принципе, немножечко сделали получше, потому что мы разгрузили кассы, скорее всего. То есть сейчас у нас будет две кассы. Сейчас нам надо будет накопить не на товары, а надо будет накопить, наверное, на расширение магазина. Хотя нет. Хотя хрен его знает. Лучше, наверное, нам с тобой накопить на расширение склада, если нам прям понадобится сильно. Но пока что нам не понадобилось. Блин, ну вот это тоже как-то так себе идея. Тоже как-то так себе, блин. Вот так вот ходить. Все тут расставлять. Там мне звонят, я не буду брать. Сегодняшний день закончим, и я открою. Ничего не знаю. Ничего не знаю, ничего не знаю, ничего не в курсе. Смотрите. Ты как выставляешь? Ну как ты выставляешь? Ну ей-богу, ну мужик, ну алло. Ну как так можно? Вот это у нас что? У нас тоже все вообще... Кексы? А что здесь кексы делают? Ты дурак? Кексы же здесь. Ё-моё. Короче, масло, молоко и соль. Хорошо, давай закажем. Вот это. 3-4. Вот так, да, закажем? Нет, вот так закажем. Масло и соль. Давай соль закажем тогда. Давай соль. 1, 2, 3, 4. И теперь в этой партии мы закажем масло. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Заказываем. Выходим.
хватаем. Давай, я не знаю, как-то все-таки ему делать вот эту штуку. Пусть он, я не знаю, я ему буду помогать расставлять какую-то часть. Остальное пусть он выставляет сам. Я не знаю, он что-то прям вообще придумывает какую-то неистовую фигню, алло. Ну зачем здесь кексы? Ну вот зачем, для чего здесь кексы? Не надо ничего придумывать, тут стоит молоко. Они же сюда даже за кексами никто не придет. Скажут, вы что, дурачки, зачем нам кексы так далеко? Кексы стоят там, но туда ты и принеси их. Зачем их куда-то нести-то в непонятное место? А, у нас яйца тут? Тут холодильник. Тут тоже холодильник. Ну, судя по всему, яйца тут. Ой, подожди, не яйца. Ну, соль, наверное, тут. Это, наверное, он все перепутал, да? Я-то не виновата. Наверное, но не факт. Не помню уже. Я виновата, не виноват, хрен его знает. Выставляем. Молоко мы несем. Блин, ну ладно, давай тогда сюда. Ну, логичнее, конечно, его было бы поставить снизу, но ладно. Типа большой, там целых 6 пакетов молока. Много, ну да, ладно. Пофигу. Как есть, так есть. Молоко. Да это, конечно, говорю, тоже, блин, долго вот это все бегать, выставлять. Особенно, когда места мало, вообще жестко. Так, вода. Давай воду как-то, я не знаю, сюда поставим. Хрен его знает, как ее выставлять. Пусть здесь стоит. Я не знаю. Теперь давай поставим маслице. Маслице вот сюда. Теперь маслица. Опять маслица. Опять вот сюда. Ну уже ладно, пониже. Такс. А чё в этой кассе так много народу, а во второй не очень много? Как бы вам чё, какая разница, вам какая касса? Обе кассы офигенные, у нас офигенные самые кассиры. Ага, опять тут стоит это. Опять все запомнил. Ладно. Тогда ставим маслица вот сюда. Вот это ставим вот сюда. Вот сюда. Это не трогаем. Это опять соль. Соль переставляем вот сюда. Куда? Вот сюда. Соли, по-моему, вообще можно закупиться, я не знаю, на 10 веков. Ее так много поместится на полке, что вообще капец. Давайте, ребят, все быстрее расходитесь уже. А, еще нет 9, да? Но, в принципе, я не знаю, что мы с вами будем покупать. Нам с вами покупать нечего. Надо заказывать вот это все, но мы пока не будем. Мы пока не будем это все заказывать. Закажем в следующий раз. Ну да. Потому что сыр закончился. По всей видимости, я не знаю, может он поэтому его не выставляет. Тут шоколадок нет, конфеток нет, вообще ничего нет. И тут тоже ничего нет. Слишком жестко. Почему вы все туда? Не нашел сыр пармезан? Закончился сыр пармезан? Реально? Вот это, да, получается сыр пармезан? А это что такое? А, это тунец. Ну ладно. Ну ладно, в следующий раз мы закупим, завтра. В следующей серии. А почему реально все в одной кассе стоят? Он же очень медленно это все делает. Он крайне медленно все вот это вот расставляет. Мне это не нравится. Крайне медленно всех обетывает, обслуживает. Так, давай посмотрим тогда, что у нас там с тобой есть еще. Да выйди, блин. Мы с тобой еще можем купить раздел за 2600. Это магазин. В принципе, он нам нужен. Склад. У нас склада осталось 3 раздела. Хорошо, в принципе, ладно. 1800 он стоит, мы можем на него накопить, тогда у нас будет больше вмещаться. Это тоже важно. Счета надо оплатить. Что еще? Найм. Нанять кладовщика мы пока не можем. Ну ладно, нам пока нормально, он, в принципе, успевает. Лицензия на товар. Нам надо покупать лицензию на товар дальше. У нас, в принципе, есть еще полка. Мы с вами сливочное масло, лайк, курица, картошка фри, пицца микс, мешок с картофелем. В принципе, у нас есть полупустой холодильник и одна полка. То есть мы можем в следующей серии купить... Да почему минус один аспект? Что-то я не понял. Что-то не нашел за это минус, да? Ладно. Получается, в следующей серии нам надо с тобой купить новую лицензию и расширить склад. Да? А потом, скорее всего, расширить магазин. Но мы пока... Да ты зачем сюда мыло поставил? Это для туалетной бумаги место. Ну ты чё, дурачок? А? Ну я не могу. Ну ты куда ты все вот это несешь? А ну расставляй вот это, пожалуйста. Ну тут хлеба не хватает. Ну чё ты хрень какую-то расставляешь? Ну ей-богу. А? Ну заканчиваем день, как всегда. Я не понимаю, но он вообще не то делает. Яблочный сок, где он? Вот яблочного сока нет. А, его вообще нет, да? Ну ладно, хорошо.
Надо, да, мы с тобами, ребятки, как всегда, открываем магазин и выходим. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям, которым тоже понравится. А также подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии видеостримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч в этой и других игрушечках. Всем пока-пока!